квартира с водопроводом повара молоки. Выглядело примерно вот так. Но были варианты и попроще. Например, только комната. Еще проще. Тогда угол в комнате. Не хватает даже на угол. Тогда для вас койка или даже половина койки – это минимальная единица жилья. Не умеете читать? Не страшно. Большинство в то время тоже не умели читать. Поэтому для них на окнах висели специальные листки. Синий – для съема целой квартиры. Белый – для комнаты. А зеленый – для угла или койки. Позже, уже в Советском Союзе, просто на неплохо. Тоже был высокий. В аренду уже не в гостинице. А если...